Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, мы с вами находимся около Смоленского кладбища. И сзади меня вы видите Церковь Христова Спасения. Мы сюда приехали не просто так. Здесь находится часовня Ксении Петербургской. Я приготовила записочки. Конечно, я написала и личные записки для себя и для своих родных и близких. Но также я приготовила записку для всех вас, дорогие мои подписчики. Да, действительно, я уточняю, что именно моим подписчикам, только для них я приготовила чудесный сюрприз и хорошую чистку. Это мощный ритуал, мощная чистка сейчас будет совершаться около часовни Ксении Петербургской, и записочку я сейчас вам покажу. Так что все, кто хочет пройти чистку, поставить себе защиту, подписывайтесь, конечно же, лайк, и обязательно в комментариях напишите свою просьбу, хотя бы в общих чертах. И сейчас я вам зачитаю записку, которую буду кидать в ящик специально. Здесь стоит ящик, а также ставить свечи Ксении Петербургской и молиться. А также я проведу свой специфический ритуал на этом святом месте. Еще раз посмотрите, дорогие мои друзья, на храм Христова Спасения, который находится на Смоленском православном кладбище, куда мы сегодня с вами приехали. И, конечно, я хотела бы зачитать сейчас записку, которую я приготовила. Вот она, эта записочка, да? Так, сейчас я опущу, чтобы вы ее видели, да? И пока что я буду вам ее зачитывать, вы посмотрите на... И с другой стороны, вот, кто захочет на стоп поставить, можете убедиться, что текст, который я сейчас буду читать, он соответствует. Потому что, ну, через камеру мне тяжело читать. Итак, пока что вы смотрите на храм. Хотя, вот смотрите, тут еще и коты, и голуби, вообще сказка, да? Матушка Ксенюшка, благодарю за все, что ты нам даешь и помогаешь в трудную минуту. Прошу за себя, свою семью, родных, знакомых, близких, друзей, а также за всех моих подписчиков. Пусть исполнятся все наши желания моих подписчиков созидательного характера. Избави моих подписчиков от хвори и недоброжелателей, от сухоты и ломоты, от порчи, крадника, проклятия и других магических воздействий. Укрой их от дурного глаза, от ведуна и ведуньи, от колдуна и колдуньи, от шептуна и шептуньи, от старца, от молодца, от давицы и других мастеров магических сил. Поставь им защиту сильную, крепкую, непробиваемую. Отправь стрелы ядовитые обратно недоброжелателям. С превеликим уважением и любовью к тебе, Ксенюшка, великая спасительница, все дети Божьи, и я в том числе, Светлана, просим, молимся, благодарим. Аминь, аминь, аминь. Вот такое содержание написала я в этой записке. Еще раз вам показываю. Вот оно. Это содержание текста. И мы сейчас с вами его отправим в коробочку. И дальше я буду проводить различные другие действия, которые укрепят эти слова и пожелания. Ну а вы, дорогие мои друзья, обязательно ставьте лайки, кто хочет, чтобы исполнилось ваше желание. И подписывайтесь. И, конечно же, пишите в комментариях свое заветное желание. Еще раз повторю, созидательного характера.